Всем привет, дорогие друзья! Будем делать сейчас толстовку с принтами Беларусь. Так, вот я подготовил толстовку. Вот вырезал уже заготовки, напечатанные на специальной сублимационной бумаге с сублимационными чернилами. Так, сейчас вот вложим заготовку. Первым делом будем запечатывать рукав. Наверх накрываю всегда листом бумаги, чтобы не вымазать толстовку. Температура у нас 195 градусов. Ставим на 100 секунд. Ждем 100 секунд. Вот у нас остается 3 секунды. Выключаем термопресс. И вот такая вот красота у нас получается. Сейчас запечатываем всю толстовку. Точно таким способом. Все готово. Готова наша толстовочка. Вот такая вот толстовочка получилась. Принт очень хорошо держится, никогда не сотрется.